Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Нижнем Новгороде снизилась в марте почти на 300 рублей, составив чуть более 63 тысяч за квадрат. Согласно анализу предложения о продаже, наибольшее снижение наблюдалось в Приокском, Советском и Автозаводском районах. Кроме того, стоимость квадратного метра в пределах от 200 до 600 рублей снизилась и в других районах города, и только в Нижегородском наблюдался рост. На рынке новостроек Нижнего Новгорода в марте также зафиксировано снижение стоимости квадрата. В среднем оно составило 256 рублей. Тем не менее, на этом рынке ситуация с ценами во втором весеннем месяце была крайне разношерстной. Так, наибольшее снижение стоимости квадрата наблюдалось в Советском районе. Следом за ним идет Московский район, где сокращение цены было более чем в 3,5 раза меньшим. На этом фоне Нижегородский район показал самый сильный рост стоимости квадрата. Он составил более 5000 рублей. Вторым по росту цены стал Ленинский район. Здесь квадратный метр подорожал на 1200 рублей. Между тем, еще одно увеличение стоимости произошло по велению властных структур города. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов подписал распоряжение о росте норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу на 1,1 тысячи рублей.